Ой, первый босс здесь будет, смотрите, в конце какой-то фантомас. О, вот это я люблю, вот это я люблю. Пам, так, так, беги, фух, я думал, сейчас убьет. Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и я решил, что мы все-таки с вами должны прийти и до конца спасти нашего милого Хаги-Ваги. Ведь на него охотятся различные монстры, всякие чокнутые профессоры и хотят сделать, наверное, какие-то опыты над ним провести. Поэтому мы сегодня здесь, но, ребята, мы спасаем Хаги-Ваги, да? У нас 41 уровень, я решил сначала купить скин на девочку какой-нибудь другой. А потом я увидел, что здесь еще можно петов менять, питомцев. И смотрите, за 5000 что можно купить? Это пиги-ваги. Короче, это пиги, и я ее покупаю. Давайте попробуем поиграть, поспасать пиги. А здесь мне нравится вот эта девчуля, но она стоит так, где она? Десятку стоит? Подожди, она стоит 5. Давай и мы ее купим, вот и все, вот. Смотрите, она типа Tomb Raider, да, похоже. Поехали, 41 уровень, ребятки. Кстати, ставьте лайки, если вам нравится эта игра. Пиги, бедная пиги. Короче, здесь все монстры, да, которые на самом деле должны быть монстрами, они здесь добрые, и их куда-то тут поймали, посадили и хотят провести опыты. А мы должны спасти. И спасти мы должны вот этими длинными руками. Ну и головой, конечно же. Смотрите, пила ездит. Так, нам же вот это нипочем, поэтому мы, в принципе, просто берем вот так. Останавливаем пилу, но я не понял, а как пиги наша прилетит? А, просто вот так. Давай, пиги, ты свободна! Жесть, просто жесть. Окей, мы должны забрать кассету, и это должна сделать пиги. Поэтому мы максимально руками как-то провести должны. А, в принципе, вот так, если мы сделаем... Так, а как-то нам вот это все забрать? Руки здесь, наверное, бесконечные. Как это будет так грамотно сделать? Так, она поедет сюда. Ну, что-то не заберет, наверное. Ну и ладно, поехали. Вот так, короче. Смотрим, давай, пиги, прокатись. Вот это тебе развлекуха. Ну, более-менее пойдет, пойдет. Да. Так, ну ладно, это понятно. Мы просто берем игрушку, ставим сюда. А, ну да, все ясно. А здесь вот так. Давай, пиги, прокатись. Да, высоко придется ехать. Но главное, что ты спасена. Так, ну вот это вообще... О, нам нужно, смотрите, убрать вот так. О, я неправильно сделал. А, нет, все правильно. Все, я четко сделал, как будто так и хотел. Все. Сокровище у нашей девчули. Так, опять сокровище, да. Превращаем в камень, лаву, при помощи воды. А теперь сокровище наше. Оу, пиги, кто тебя привязал? Мне кажется, хотят из тебя сделать какие-то котлетки. Но мы не дадим это сделать. Мы спасем тебя и еще... А, да, все, отлично. Все, развязываем. Да. Так, о, а здесь... А что на... Легко, легко. Че за легкотня была? Какой рот страшный в этой пиги, но ничего. Она все-таки хорошая. Все равно, при этом она хорошая. О, вот и профессор чокнутый. А что мы можем сделать? Я... Ну, давайте проверим. Смотри, сейчас взорвется. Вообще, четко, четко. Ой, первый босс здесь будет. Смотрите, в конце какой-то фантомас. Я не знаю. Кто это и что? Но он похож на фантомаса или на телепузика. Ладно, увидим. Смотрите, сначала бомба. А чего? Я вроде бы не обрезал этот колесо. Ну ладно, неважно. Главное, что мы завалили этого профессора. И пиги свободно. И они встретились. Ой, я же говорил, это телепузик, ребята. Это злой телепузик. Жесть. Да, мне кажется, ну вы, наверное, уже не смотрели телепузиков. В детстве их боялись все дети. Хотя это для детей передача была. Ладно, что мы делаем? На, бомба, цепная реакция. Минус телепузик. Но нам нужно его 3 раза победить.
Че ты обзываешься? Кто лузер? Кто лузер? Сейчас мы объясним тебе, кто здесь лузер. Давай камень. У него, смотрите, сверху есть такая штучка. Камень она не развалила. Так, треугольничек. А здесь тоже изи. Твой телепузик. На изи побеждаем телепузиков. Бам. Язык. Все. Хорош. Ну что, спасаем дальше Пиггиваги. Ты нам хочешь подсказать? Мы это уже давно делаем. Спасибо. Спасибо. Я это знаю. Окей. И теперь синяя рука спасает Пигги. Давай. Отлично. Сокровище вот так вот легко. А, типа такая двойная штучка. Хорошо, впервые она. Так, идем дальше. Ага, боксик. Вот этот давай откроем. 200 монет. Хорошо. О, снова профессор. Вот это я люблю. Пока. Просто отпружинил в бомбу. Взрывной ящик. О, так, хорошо. Вот так делаем. Или не так. Подожди, сначала нам нужно соединить, наверное. А потом уже что-то делать. Вот так. Все, отлично. Все, все, супер. Давай, Пигги, ты не должна задеть эти пилы. Четко, четко, ребят. Так, снова сокровище. А каким образом? Вот это как-то... А, все ясно. Пам-пам. Все, забирай, все твое. Какие-то котики там валяются. О, вот это я люблю, вот это я люблю. Давай попробуем вот это сначала. Четко. Все. Когда уже будет что-то посложнее? Это вообще изично. Да, здесь будет новый босс, это какой-то клоун, что ли? А для чего ящик? А, мы его просто сбросим? Вот так. Давай, Пигги, ты свободна. Хорошо. Я уже не дождусь того боссика. Вообще он стрёмно выглядит. Так, так, так. А, вот так. Подожди. Да. Все, превращаем лаву в камень. Это сюда, сокровище сюда. Отлично. Так, чокнутый профессор, сразу тебе получи. Это ломаем, это спасаем. Все. Йо! Ну что, где? О, вот он, боссик, ребята! Это кукла, кукла Вуду, типа, да, в которую вторгаются, или кукла, как она называться будет? Короче, иголки, в которые хранят. Неважно, мы сейчас быстро объясним, где она должна храниться. Так, 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 сначала вот это включаем, наверное. О, что-то я... Так, или не это? Ну, давай попробуем вот это включить. А, да, и все. А теперь камешек полетел. Получил. А, вентилятор не дает. Вентилятор мы отключим, и все будет четко. А, смотри, что делается. А, это что делает? Все. Бам. Хорошо, одноглазый, давай. Что это делает? Подожди, а вот это что делает? Подожди, девочка, ты чё плачешь? Сейчас мы разберемся. Наверное, я понял как. Смотри, нам нужно просто сбросить камень на вот эту пружину. Сразу же. Вот так. Все. Давай камень. Да, по ноге, типа, на мизинец наехал. Все, еще один босс побежден. Отключаем, да? Все. Открываем. Спасаем. Легко. Как сигнализация, звук. Хорошо. Так, лава. Камень. Сокровище. Готово. О, профессор. Пока, профессор. Ой, бедняжка. Со своим шприцом с ядом. Так тебе и надо. Так, а отключаем пилу. Ой, нужна рука. А нет, не отключили. А, мы открыли коробку. Теперь коробкой мы нажмем. Все, понял. Вот так, и теперь вот так. Все. Пигги спасена. О, ничего себе намудрили. Ну ладно. О, все, хана, наверное. Или нет, ты воды не боишься?
Нет, все хорошо. Так, это все убираем, убираем. Намочили немножко Пигги, но главное, что она спасена. О, ничего себе, арбалет какой-то! И новый босс здесь. Так. Девочку взорвал. Профессор победил. А, ну выстрелил, арбалет выстрелил. Все, здесь все, спасены все. О, ничего себе настроили здесь. За коробкой пошли. Ставим. Лазеры отключаются, и мы спасаем Пигги. Я хочу посмотреть на того кролика. О, мы сейчас профессора пожарим. Пока. Так, закрываем теперь и получаем сокровище. Прости, профессор, но ты был очень-очень плохим. Ты плохо себя вел. Бам. Так, так. Пигги! Фух, я думал, сейчас убьет. Все. Ну и теперь босс должен быть. Ну что? О, вот наш боссик! Это кролик, даже крольчиха какая-то, но очень злая. И поэтому мы будем ее уничтожать. Так, а что нам сделать? Ага, понял. Пока, цепная реакция. Вентилятор, ну-ка смотрим, что он сделает. А, понял, что мне нужно вот на этом уровне где-то его убрать. И красную убираем. А нет, не красную. Мы, может, сразу лучше от... А, так что-то я подумать. Здесь же изи. Вот и все, вентилятором скидываем вниз. Бам. Куда сбросим? Тут разницы нету, цепная реакция. Опа, все. Вот теперь уж точно. Пока. Готово, это был 70 уровень. Ну что ж, 70 уровней мы с вами прошли, остается еще всего лишь 130, ребят. Если вы хотите, чтобы я продолжал, ставьте лайки. Все. И для меня это будет сигнал, что вы хотите до конца спасти Хаги-Ваги или Пигги-Ваги. Кстати, если вы хотите, чтобы я еще какой-то скин купил, то напишите в комментариях. Ну а на этом на сегодня мы заканчиваем. Спасибо за просмотр, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.